Доброго времени суток, всем хорошего здоровья и благополучия. Третий псалом Давида, запись урока по предыдущим двум, находится в этой же ленте ниже. Песнь Давида. Надо сказать, что первый псалом говорит об одном человеке, о правильном выборе жизненного пути, и второй псалом говорит о задачах всего еврейского народа на протяжении всей истории. И понятно, что, как говорил Рав Мейер Каган из светлой памяти, для того, чтобы построить общество, сначала нужно исправить человека, потому что если общество состоит из испорченных, коррумпированных людей, то оно и будет таким же. И вот мы сделали шаг. Один человек, весь народ, и мы увидели противостояние еврейского народа всем народам мира и большие трудности в том, чтобы продвинуться к исправлению мира, распространению божественного присутствия во всем мире, ощущения божественного во всем мире. Третий псалом говорит о том, что и в еврейском народе есть большие проблемы, которые мешают нам выйти на уровень исправления мира, на уровень общего благополучия, на уровень построения храма. И если все народы мира борются со Всевышним, как мы с вами говорили, борются с раскрытием его божественного присутствия в мире, потому что это им мешает на подсознательном уровне, даже человек хочет быть свободным и творить, что он хочет, то в еврейском народе проблема другая. Это недостаточно высокий духовный уровень, и как результат неумения выбрать, понять руководителя, который обладает очень высоким уровнем, желание понизить планку и выбрать таких руководителей, которые соответствуют нашему уровню. Вместо того, чтобы тянуться, подняться повыше, мы стараемся подогнать действительность. Никто не борется со Всевышним, но высокий духовный уровень, он действительно тяжел для человека. Конечно, это нужно преодолевать и нужно возвышаться, но действительность она такова. И Давид говорит в третьем псалме о том, что народ его не принял. Это не единственный, так сказать, факт нашей истории. Нам было тяжело и с Моше, и большая часть народа пошла за Корахом. Нам было тяжело и с пророками. Пророка Шмуэля отвергли и попросили себе царя. Дело не в том, что царь это плохо, а дело в том, что в тот момент, когда нас возглавлял великий пророк, который мог решить все проблемы на духовном уровне, нам стало трудно, и мы сказали, нет, лучше попроще, лучше царь, как у всех народов. Это то, что происходило и в более поздний период истории. Скажем, ни для кого не секрет, что книги Рамбама, Маймонида были отвергнуты, и практически до недавнего времени вызывали подозрения. Великий мудрец 18 века Луцата был отвергнут, и ему запретили писать книги, которые он писал, и он был вынужден оставить Европу и поселиться в земле Израиля. И много-много таких моментов. Я бы сказал, что к таким людям, уровень которых бы не был понят, относится и Рав Мейер Каган, светлой памяти. Но вот мы возвращаемся к тексту самого псалма, после того, как, надеюсь, что поняли проблему. Песнь Давида, когда бежал он от Авшалома, сына своего. И Гемара спрашивает, почему песнь? Нужно было бы говорить «плач, сын Авшалом, любимый сын Давида, восстал против него». События происходят уже в конце года, в конце правления Давида, не за 2 года до его кончины. И события очень тяжелые, мы представляем себе.
Давид уходит из Иерушалаема после того, как он понимает, что он не может удержать Иерушалаем от восставших. Восстание вспыхнуло в Хевроне. И он идет с горсткой людей. Вместе с ним идет Шева, вместе с ним идет Шломо. Часть семьи, часть жен он оставил в Иерушалаеме. Он в трауре идет босиком, с поникшей головой. Какая же тут песнь? Дело в том, что Давид боится, что Авшалом убьет его. И он не боится не за свою жизнь, а он боится, что это конец всей династии, всех дел великих, которые заложил Давид. Сын убьет отца. Что же такое будет? И он даже размышляет над тем, как говорит Гемара, как бы представить себя каким-то злодеем, чтобы люди подумали, что это справедливо, что у сына было основание убить отца. И настолько тяжелое и выходное состояние, какая же тут песнь? Дело в том, что Давида догоняет один из его преданнейших друзей, Хушая Архи, и он объясняет ему, что Давид нужен людям. Давид – это продолжение дела еврейского народа. Без него никак. Не, Авшалом не убьет Давида, потому что где-то в глубине души его все-таки чувствуется чувство, есть чувство к отцу и боязнь поднять руку на отца, да и нежелание поднимать руку на отца. И поэтому и сказано, когда бежал он от Авшалома, сына своего. И для Давида Авшалом остается сыном, и для Авшалома где-то там в глубине души Давид остается отцом. Когда Давид это понимает, когда он осознает, он оборачивается вокруг, и он видит, что все же с ним идут его преданные, близкие друзья. Да, многие оставили его, многие его выделили. Амаса, преданнейший его друг, возглавляет армию восставших, да и сам же Авшалом, его сын, многие предали и бросили его, но тем не менее его преданные друзья, боевые соратники, они окружают его, и они верят в него, и Давид обретает веру в себя. Один из моментов, который он осознает, это то, что наказание, которое придет на него, это не за грех Батшевы. Мы говорили, что это грех очень сложный, грех перед лицом Всевышнего. В конце концов, он забрал женщину, которая не хотела быть со своим мужем, и в тот момент она формально-то и не была его женой, у нее был гет, и она не собиралась заново заключать с ним брак и так далее. Тем не менее, конечно, это все должно было быть сделано по-другому. Если говорить об Уригахите, которого он послал на смерть, то Уригахите был бунтовщиком против царства, он хотел поднять гвардию Давида против него, и не из-за того, что Батшева фактически ушла к нему. И просто такого человека было необходимо казнить, только не надо было это делать таким тайным образом. Это в скобках немножко предварительно, эти темы требуют глубокого рассмотрения. Мы возвращаемся к Давиду. Давид понимает, что люди не поняли его. Он, как царь, он должен был быть судьей народа. Царь – это прежде всего судья. Мы помним, что Шломо просит у Всевышнего сердца, которое слышит для того, чтобы царь – судья, который судья в том плане, что он может выносить решение не обязательно строго по закону Торы, а только в духе Торы. И задача царя – поднять морально-нравственную планку в народе, установить морально-нравственный уровень. И люди не поняли того, как он действует и как он поступает. Была очень тяжелая, неприятная история, когда Амнон
сын Давида совершил насилие над Тамар, и Давид не наказал Амнона. Авшалом восстал и убил Амнона, потом он был вынужден бежать, потом он был возвращен Давидом. И Авшалом сидел в воротах Иерусалима, и когда люди выходили из Иерусалима, он спрашивал, что сказал царь, как он их рассудил. Люди многие приходили на суд к царю, и он говорил, что он бы рассудил их по-другому. И таким образом, говорится, Авшалом украл сердце народа. Но то, что нам важно, то, что Давид подходил со стороны милости. Он ждал, когда Амнон раскается. Возможно, он раскается. Возможно, он захочет взять в жены Тамар. На все нужно время. И он молчал, хранил молчание, но не потому, что он был слабовольным, не потому, что у него были какие-то, скажем, отношения особые со своим сыном, он хотел его судить по-другому, а потому, что он шел со стороны милости. И вот весь народ восстал против Давида, потому что не поняли его путь, которым он управляет народом. Все было забыто, и его сражение с Голиатом, и то, что он завоевал землю Израиля, которую обещал Всевышний Аврааму от южной границы до северной границы, и то, что он выиграл войны, которые выиграть было совершенно невозможно. Да, в войнах погибали люди, но можно сказать, что в его правлении было еще относительно немного войн, не такие большие потери. Все это было забыто. Люди по разным причинам рассердились на Давида и подняли восстание. И вот когда он понимает, что у него есть правота, и целый ряд людей отважных, его воины, поддерживают его, он поет песнь. Не потому что он прав, не потому что он победит, он чувствует свою уверенность в победе. Нет, песнь, потому что есть продолжение его дела, и это для него самое главное. Если совершены какие-то грехи, они будут терзать и мучить его всю жизнь, это одно. Но нужно продолжать. И он знает, что кроме него никто не может продолжить. И он видит этот, как бы, огонек впереди, свет в конце туннеля, и поет песнь. И это то, что мы с вами можем представить себе, необычное начало псалма. Песнь Давида, когда он убегает от Авшалома, сына своего. «Бог, как многочисленны враги мои!» Здесь неправильный перевод по-русски. Нужно сказать, как велики враги мои. Многочисленные поднялись на меня. «Царай» на иврите. Здесь можно сказать «завистники». Те, кто завидует мне, действуют из зависти. Это великие люди, великие мудрецы, которые восстали против Давида, потому что не могли понять его и не могли ему простить отдельные грехи, увидеть его мощь и величие как царя Израиля, как человека, который способен возвысить дух еврейского народа. И это был и Ахитофель, его советник, и Шими бен Гера, один из важных людей и мудрецов Торы в Израиле. Все они поднялись против него, эти великие люди, а они повели за собой народ. Народ встал против него. И не потому, что они что-то понимали, а потому, что они пошли за большими людьми, которые уговорили их, и сердце народа украл Авшалом, как мы с вами говорили. Многие говорят обо мне, нет спасения ему во всесильном, в Элоким навеки.
здесь на иврите «рабим умрим ли нафши», и некоторые думают, что это говорится о душе Давида, но это выражение в старом иврите «ли нафши» обо мне, и поэтому лучше говорить, лучше переводить. Многие говорят обо мне, нет ему спасения в Элоким, в Боге. Да? В Боге здесь подчеркивается Элоким, как мы знаем, это мера суда. То есть претензия к Давиду, что он не так управлял страной, он неверно судил, он совершал неверные действия. Да и здесь не нужно переводить «нет спасения ему», «нет спасения», «нет спасения в Боге», «нет спасения народу с ним», «нет спасения народу с ним». Поэтому верный здесь перевод такой, многие говорят, «обо мне нет спасения в Элоким, в Боге, в мире суда навеки». Это те претензии, которые предъявляются к Давиду. А ты, Бог, здесь мера милости, четырехбуквенное имя, Ашем, а ты, Бог, щит для меня, слава моя, и возносишь, поднимаешь мою голову. Давид обращается и говорит, что мера милости – это то, что я к чему стремился всегда. И так как я управлял людьми, я верил в людей и всегда шел по пути милости. Если мы помним, именно Давид сказал эти слова, тот, в ком нету трех свойств, тот, у кого нету трех свойств, рахманим, байшаним, гумна и хасадим, милостивые, стыдливые и оказывающие милость, если нету этих трех свойств человека, он не из потомков сыновей Израиля. Милость – это так, как Давид хотел вести дела. Если мы помним, есть такой эпизод, Натан, пророк, приходит к Давиду, рассказывает ему притчу о богатом человеке, который забрал последнюю овцу у бедного человека. Давид восклицает, он реальная история, он восклицает, «Бен Мавиду, он должен быть казнен». И он действительно казнил бы такого человека, который безжалостно поступил с бедным. Принцип милости. Это то, что утверждал Давид, то, что утверждал царь Израиля. И вот, они хотят по мере суда, а я шел по мере милости. Ты поднимаешь голову свою, мы можем представить Давида, который... Голову мою ты поднимаешь, мы можем представить Давида, который идет с опущенной головой, смотрит вниз на свои босые пыльные ноги, вдруг он начинает что-то понимать, он поднимает голову. «Голосом своим к Богу взываю я, и ответит, и ответил он мне с горы святой своей». Давид знает, что он связан со Всевышним, и без Всевышнего он ничего не может. Мало того, что как царь он носит Тору на правой своей руке, постоянно не снимая ее, небольшой свиток Торы привязан к его руке, как и положено царю. Кроме того, он повсюду ищет божественное присутствие, всегда и старается идти с Богом. И он знает, что место, на котором раскрывается божественное присутствие, не только для него, но и для всего народа, это святая гора. Еще когда Давид был маленьким ребенком, он выходил пасти скот из Бейт-Лехема и проходил по иудейским горам, он смотрел вдаль и видел город Иерусалим, который находился в то время в руках Иевусеев, когда он был маленьким, и он видел божественное присутствие над этим местом, и он знал, что там должно раскрываться божественное присутствие, без которого невозможно исправить мир, да и без которого человек не может поступать правильно, и его сердце не может быть привязано к Богу, его дела не могут быть правильными. И он всегда молился в сторону Иерусалима. Как только он стал царем, как только колено пришли к нему в Хеврон и объявили его царем, тут же он встал, завоевал Иерусалим. Первое дело, которое он сделал, он принес Арона Брит, он принес Ковчег Завета, принес в Иерусалим и построил там шатер, в котором находился
ковчег завета и перед которым служили, перед этим шатром служили так же, как служили в храме. Это и левиты пели песни, и коэн носили жертвы. По определенным причинам Всевышний им дал построить Давиду храм. Об этом разговор будет дальше. Но Давид взывает, молится и говорит: «Я знаю, что мне Бог ответит со святой горы Села». Для нас урок в том, что человек всегда должен быть привязан к Всевышнему, что без Всевышнего ему трудно поступать правильно. И не случайно наши молитвы, где бы мы ни находились, они всегда должны быть направлены на гору Цион, или лучше сказать, на гору Мория, где стоял храм. Там всегда божественное присутствие, и мы связываем и молитвы свои, и дела мы связываем с этим местом, связываем со Всевышним. «Я лягу и засну», говорит Давид. Кто может заснуть спокойно, лечь, только человек, у которого чистая совесть. Давид раскаялся в своих грехах. Он знает, что он должен продолжать, и прошлое не должно мешать ему двигаться вперед. «Я лягу и засну, пробуждаюсь, потому что Бог поддерживает меня, как только я открываю глаза. Я тут же со Всевышним, и я действую на благо народа ради того, чтобы раскрылось божественное присутствие в мире. Не боюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня». Большая часть народа восстала против Давида. Это ужасно, потому что он фактически, если его народ не признает, он не является царем. И тем не менее он не хочет оставлять борьбу. Это должно было быть индикатором таким, что вроде бы я поступаю неправильно, потому что среди еврейского народа пророчество, среди него мудрецы Торы. Но Давид говорит: «Я не боюсь мнения десятков тысяч народа». Иногда складываются такие ситуации, когда меньшинство спасает большинство. И такая ситуация была во времена Хашманаев, когда большинство народа пошло по пути эллинизма, и только кучка людей небольшая подняла восстание против засилия против эллинизма во имя Всевышнего. Бывают такие ситуации, когда праведник или какое-то число праведников, они противостоят чуть ли не всему народу. «Встань, Бог, помоги мне», говорит Давид. «Встань», он не про... Всевышний нет, для Давида Всевышний не находится на небесах. Он находится здесь, на земле, он рядом с ним, и он только просит его встать и помочь ему. С такой же молитвой обращался Моше ко Всевышнему: «Встань, кума Ашем, поднимись, Всевышний», для того, чтобы отодвинуть дурное из среды еврейского народа. «Помоги мне, Бог мой, ибо ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивых расшиб ты». Ударить по щеке, дать пощечину – это опозорить. И Давид не просит смерти своих врагов, он только просит того, чтобы их неправота была ясна, и Всевышний помог в этом. Но если есть нечестивые, то нужно разбить их зубы. У Бога спасение, от Всевышнего спасения, только у Всевышнего спасения – «Да будет на народе твоем благословение твое села навечно». И заканчивает Давид тем, что он находится в борьбе, в противостоянии со всем народом, но он просит благословения для всего народа, и путь его свой он не мыслит без народа. Он хочет благословения для народа. Здесь мы с вами остановимся и с Божьей помощью продолжим наши короткие уроки. Всем самого
Самого доброго, всего самого доброго, здоровья, прежде всего здоровья, успехов, хорошего настроения.